Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби, подписчики. Вот хочу поделиться своей радостью. Приобрел наконец-то для своего канала такую вот экшн-камеру. Брал CG-кам CG4000. Брал ее в магазине. И полностью уверен, что эта камера оригинальная. Смотрел, выбирал, думал, что купить. Конечно же, смотрел по деньгам, какую камеру я могу себе позволить. Ну, выбор пал на CG-кам 4000. Такая вот упаковочка. Камера для моих целей, для рыбалки, для активного отдыха на природе, вполне подходит как вспомогательная. Раньше я снимал на телефон Samsung G2 и также на фотокамеру Nikon L820 Colpix. А это как бы уже третья камера. Я думаю, лишней она не будет. Обзор я по камере делать не буду. Их очень много в сети. Просто хочу поделиться своей радостью с вами, друзья. Вот такая вот камера упакована. Я ее уже немножко потестировал, чтобы и вам показать примерно как она снимает. Поменял заднюю крышку, в комплекте дается крышечка с прорезями. Я вставил вот ремешочек, и на форму, у меня натовская форма британская, там такой погон на груди, и как раз вот очень хорошо зацепилась за данный погон. Пока еще крепление на голову я не придумал, поэтому приспособил ее к ношению на груди. Ну, вы знаете, мне очень понравилось. Довольно удобно, хорошо снимает, всегда под рукой. Я знаю, что камеру включил, что запись пошла. Сейчас буду что-то думать, на голову ее повесить. Такая небольшая камера. Я думаю, для развития канала не помешает. Если у кого, друзья, есть такая камера, то поделитесь, какими настройками вы пользуетесь. Я пока только начал осваивать. Мне понравилось, что в этой камере меняется угол обзора. Сейчас включу. Я поставил на нормальный угол обзора. Особо рыбий глаз мне не очень нравится, но на рыбалке можно и его использовать. Снимал видео, фотографии. Ну, конечно, фотографии он делает даже с телефоном особо не сравнишь. Но если нет фотоаппарата под рукой, то вполне можно использовать как фотоаппарат. Вот данная функция, которая меняет угол обзора фотоаппарата. ВДР, датчик движения, запись звука, громкость. То есть можно звук отключать, если не надо. Поставил вчера примерно, качество съемки высокое, и резкость сегодня поставил высокую, сейчас поменял на нормальную, посмотрел, как видео получились, и немножко поменял.
баланс белого. Ну, довольно такие нужные настройки. Как снимает видеокамера, покажу в данном ролике. В принципе, для экшен камеры нормально и мне понравилось. Конечно, говорю, фотографии так себе, но если под рукой, кроме экшен камеры, ничего нету, то можно и фотографировать. Есть также в камере 4-кратный зум, но им особо я не остался доволен. Здесь он и не нужен. Руководство по пользованию. Тоже здесь особо ничего интересного не написано. Так, все поверхностно. Ну, хорошо, что хоть есть русский язык. Ну и комплектация, какая идет в данном наборе с камерой. Аквабокс. Шнур для зарядки. Два ремешка. Вот один я как раз приспособил. Задняя крышка герметичная для погружения под воду. Главное не забывать поменять. Ну и все различные крепления для камеры, на руль велосипеда, на штатив. Это еще особо не разбирался, но вот как раз буду смотреть и думать, как с данных вещей сделать накепку, чтобы можно было крепить на голову или на кепку. И при желании снимать камеру с груди и ставить ее, не вешать ее на голову. Или ставить на штативе рядом с собой. Чтобы теперь я мог вести съемку с разных ракурсов и разными камерами. Потому что иногда бывает, беру на телефон, снимаю, и какое-то видео не записывается или коряво записывается. А хотелось бы, чтобы оно попало в сюжет, чтобы оно вошло в видео, но или оно запорится, или не так запишу, не увижу, как снимает, особенно на солнце. И иногда интересные кадры не попадают в мои видео. Сразу приобрел флешку для камеры. Взял 8 гигов, 10-я скорость. Скорость на флешке 90 мегабит в секунду. Флешка Sony microSD. Произведена в России. Гарантия на нее, кстати, 5 лет. И еще приобрету одну флешечку, точно такую же, только хочу на 16 гигов приобрести. Звук, конечно, у камеры слабенький, но на рыбалке, например, снимать, как ловлю трофеи, вполне хорошая камера. Вот, друзья, спасибо, что смотрите мой канал, спасибо, что подписываетесь. Особо большое спасибо тем людям, которые всегда комментируют, ставят лайки, поддерживают. То есть очень приятно, приятно общаться, приятно заходить на ваши каналы, вот, друзья. Ну, после этого можете посмотреть коротенькие ролики, как я уже поснимал первоначальные мои съемки, как снимает камера. Покажу, как снимает и увеличение на зуме. Ну, сразу хочу сказать, зум здесь не очень. Ну, а в целом камерой доволен. Еще раз хочу попросить, если у кого такие камеры, то посоветуйте, может, оптимальные настройки, на которых снимать. Потому что я поставил плюс, и у меня плюс один там поставил, и у меня немножко на солнце получились такие вот засвеченные цветы. Но опять же, это все увидите в видео. Все, друзья, всех благ вам, вашим близким.
Спасибо еще раз за поддержку. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Буду стараться снимать для вас интересные ролики. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!